Ну как мы эту не пробиваем еще какушку? Ого, здрасте. Вообще. А там еще, оказывается, гниль была с Тартойзом. И с подпалом. Энтони. Понимаешь, это казино так не работает. Казино, ни одно казино не работает так, что типа ты проигрался, и пойду-ка я отыграюсь. Так не работает, чувак. Вот видишь, вот мы сейчас убеждаемся с тобой, казино работает по законам всегда. Если тебя обоссали раз, они с огромной радостью у тебя примут и обоссут еще раз. Такая вот херня, чувак. Я тут ни при чем. Я старался, я делал все красиво, чинно, модно, благородно, молодежно. Привет, танкист! Вот Хаб на связи. Черчилль III, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим Crash Game врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Дни премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Market и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на WhatHub. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Как оригинально. И карты не повторяются. Это, наверное, мне судьба говорит. Чувак, хочешь посмотреть, как с той стороны было? Берешь ПТ-шку, заезжаешь на место гниля и Тартойза, и ты увидишь то же самое. Давай, давай, давай так. Если и в этом бою я так же сыграю, то я что-то буду подозревать. Потому что это уже становится немножко нечестно. Так, ну давай. Не будем тут выпендриваться. Видал как? Теперь я знаю, как это с той стороны выглядело. Это ваншот был, я в быка попал по сечу, она фуловая умерла! Прикинь, как смешно! Так понятно, удобно нагибать с этой позиции. Ядрёна мать, я сам не... Это пипец! Это пипец, какие демки-мувики! Вы охренеть! Я двух мобов сейчас хлопнул, ровно с такой же позиции тактичного урода, и в безголовик вон на союзнике, в смысле на враге. Давай попробуем переломить законы казино. Ху-ху-ху! Так, Энтони, подожди. Это мы обсудим еще. Я пока, дай это, поргазмировать с этой херни, которая сейчас произошла. Это просто... Ну я могу уже топиться, ехать, бой состоялся. Обалдеть, обалдеть, ядрёна мать, в рот компот. Шок, регистрация, смс. Обосраться. Да шо б я так жил. Это тупо Фердинанд маминой подруги называется. Вышел, обоссал всех, БК взорвал. И в путь. Эта елочка, угадайте, кто ее там не доел. Пипец просто. Совпадение, не думаю. Я еще рановато уехал, там еще Эмиль вон дурирует. Но мы не спешим, сейчас доберемся до него. Я это на перекладных тут, на попутках. Тут Калпанзер был, сейчас пойду его трахать. Оп, на союзника. Оп. Хотел на него залететь на трамплине. Чё стоим, девчонки? Фуловые же вы. Кого боитесь? Вот, давайте. Я пока тут побоюсь. Ждем Эмиля. На тебе, жри, Эмильчик. В
Блин, немножко, да? Было бы волосы бы попали, если бы они у него были. Просто прям пролетело. А, вот сейчас просто в молекулу затылка. Боже, этот Федя крученый, ребята. И вы еще скажете, что это скиллозависимая игра. Я просто кликаю, как пьяный мусор, и у меня тут типы взрываются с одной тычки. На, влючок. Федор, это серьезно. Это вообще не шутки. Пипец какой-то. Ну чё, я вам буду что ли светить? Кто там самый глазастый? Распаковано! Божешки-мошечки, что происходит? Я сам не верю своему счастью. Федор кузнец своего счастья. Вот киллог, посмотри, еще альфа проходит иногда. Обалдеть. Не верю. Просто зовите экзорциста. Я не верю, что Федор способен на такое. Обзора жаль нету. Я бы тут, может быть, кого засветил, если бы они стреляли. Но что-то я без обзора в этот раз. Ой, подожди, мы можем этого, что ли, еще пропилить? Ай, засветился немножко. Но зато теперь знаю, где типы. Получили информацию. Блин, обидно, что с челиком-то не справился. Наверное, нужно мне в СТА сейчас бахнуть. Пока мы тут стоим, да? Не должны нас по спине дать, в бачок, в борток. И сейчас надо аккуратненько, нежненько, на мягких лапках на мобов выкатывать. Я надеюсь, не буду сейчас светиться, а то я сразу же умру. Вот как-то так мы тут в наклоне. Чё-то не хотят светить типчики-то у нас. Ну, получается, что Фердинанд круче Бураска. В 100 раз. Примерно. Блинушки. Блинушки-блины. Даже не свелся. Ой, сейчас умру. Назад. Нормально, не светимся. Все, стоим. Не дышим, не пердим. Может быть, посветят союзники, а то бой скоро закончится, так мы эти не выиграем. Федор Трахарь, заработай. Опа, опа, опа-па. Давай мне других дураков подсвечивать, я их всех вот трахну. Ой, подожди, я что-то рановато нажал на трах. Сначала нужно было надрокать. Блин, вот из-за меня все. Сейчас помогу, братулек. Помог. Загорелась она, мася, она как вкусно. О, май гад, был. Доедаем. Да.
это шок просто. Это что за Фердинанд такой? Это жесть. 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 Не, ну мне ехать вперед уже поздно. Давай будем стоять. Это и проще всего. Надо, чтобы типчики наши... Ну, проезжай, что ты там стоишь? Сколько у него у союзника? Они у всех по 300, да? Все боятся. Ну, просто минута осталась толку ваших, от ваших стояний-то. Трах тебе, дух. 551! Сумасшедшая альфа. Так, а я забыл, где ты? Там где-то? А, еще туда. Одиннадцать. Ну давай там, доедайте, мне лень уже. Я уже устал. Стал убивать мобов. Япона мать, братцы. 6000 насрал. 26 секунд. Какие молодцы. Это взводик, смотри, они победили. Like a boss. Oh yes, I keep... Как там поется-то? Что-то там. Ты-тын, ты-тын. Like a boss. Чисто огнем на Фердинанде, братцы. Я вот думал, этот эликсир маны зеленой, когда будем открывать? Ну, сейчас. Это бой стрима получается. 6000 насрать на Федоре. Так, что-то не открывается. Сейчас, погоди. Это. Ага, вот. Тут газиков нету, тут под это. Ну все. Like a boss. Просто 6000 даги. Япона мать. Игра похожа на рогатку. Она тебя сначала натягивает на кукан. А ты потом как распрямляешься, как вырыгиваешься вперед. И кайфы собираешься. Все ништяки. Это просто грязь, братцы. Это грязь. Так делать нельзя. Я вам так играть не советую. Я сыграл как сын маминой подруги.